Morgen. Herzlich willkommen zur sechsten Lektion unseres Deutschkurses. Ich heiße Sonja. Сейчас я на Венской ратушной площади. И посади меня находится здание ратуши. In Deutsch? Ich befinde mich gerade auf dem Wiener Rathausplatz. Und das Gebäude hinter mir ist das Wiener Rathaus. Was kann ich euch darüber erzählen? Что я могу вам об этом сказать? Венская ратуша была построена с 1972 до 1983 года по проекту архитектора Фридриха фон Шмидта в неоготическом стиле. Здание расположено в первом районе, близко к улице Рейнштрассе. Император Франц Йозеф I не хотел, чтобы ратуша была построена выше, чем башня церкви в Утивкирхе. Поэтому архитектор решил схитрить и придумал, как он может построить выше. На вершине башни Фридрих фон Шмидт установлена железная фигура стража ратуши – ратушный человек. Ее высота 3,5 метра. В народе он зовется Ратхаусман. Внутри ратуши можно посмотреть на мраморный зал Шмидтхалле. В зале Гемейндерат сильное впечатление производит люстра, датируемая 1878 года, которая имеет 213 лампочек. Безумие! Две прекрасные парадные лестницы ведут на первый этаж, а также удивительный и уникальный der Wappensaal, der Stadtsenatssitzungssaal и монументальный праздничный зал. В общей сложности в ратуше проходит около 800 мероприятий в год. Кто знает, что это такое? Да, старый лифт Патерноста. Вероятно, последний в своем роде. Пст, здесь находится офис нашего мэра. Бюргермейстер доктор Михаил Хойпер. Этот красивый внутренний двор раньше был использован в качестве автостоянки. Какой позор! Сегодня это зеленый оазис в центре здания. Около ратуши находится прекрасный парк. Его планировал садовый эксперт Рудольф Сибек в 1873 году. Здесь установлены многочисленные памятники выдающимся людям. В течение года проводятся разнообразные мероприятия на Ратхаусплац. Одним из них является «Лайфбол» – «Баль жизни». Это благотворительная акция, самое большое в Европе мероприятие для спора средств на борьбу со СПИДом. Каждое лето на Ратушной площади проходит кинофестиваль. Здесь установлен гигантский экран, и зрители могут бесплатно смотреть концерты и оперу. Ну, посмотрим программу передач на сегодня. Очень хорошо! В этом году фестиваль откроется показом концерта Анны Нетребко и Роландо Виасона. Конечно, вы найдете многие кулинарные изделия из разных стран мира. Но прежде чем мы начнем, мне хотелось бы выпить чашку кофе в Ратхаускелле. Zeit anzufangen. Время начинать. Wer fehlt? Кто отсутствует?
Niemand? Никто? Gut. Хорошо. Beginnen wir mit der Korrektur. Начнем с коррекции. Wie heißen Sie? Was machen Sie beruflich? Sprechen Sie Deutsch? Haben Sie Kinder? Wo wohnen Sie? Frageworte. Wie? Wo? Wer? Was? Wann? Warum? Wohin? Woher? Wie viel? Wie oft? Sätze. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wo ist mein Buch? Wo ist mein Buch? Wer weiß die Antwort? Wer weiß die Antwort? Was machst du gerade? Was machst du gerade? Wann treffen wir uns? Wann treffen wir uns? Warum rufst du mich nicht an? Warum rufst du mich nicht an? Wohin gehst du? Wohin gehst du? Woher kommst du? Woher kommst du? Wie viel kostet ein Kilo Äpfel? Wie viel kostet ein Kilo Äpfel? Wie oft spielst du Klavier? Wie oft spielst du Klavier? Wochentage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Uhrzeit. Wie spät ist es? Es ist 1 Uhr. Es ist 2:15. Es ist 2:30. Es ist 2:15. Es ist 12:05. Es ist 5:10. Aber man kann auch sagen, es ist 16:10. Es ist 8:12. Es ist 23:30. Aufgabe. Wie spät ist es? Wiener Dialekt. Gespür dich nicht so auf. Gespür dich nicht so auf. Genug für heute. Ich hoffe, die Lektion hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba.